как бы поправили обстановку, сейчас выровнялись, вошли в график. Вот одну секцию мы перекрываем, сейчас 10 этаж, вышли на 10 этаж, перекрываем 10 этаж. По Г мы вычитываем во всем графике. На Г мы вышли на 7 этаж, до конца месяца мы должны закончить 10 этаж. И графики и Д и Е у нас как бы идут то же самое, 8 этажа. Идем все в графике. По А и Б мы уже идем пусконаладку лифтов. Пусконаладка лифтов. И электрическая часть у нас занимается на одной секции уже В. Вот. Чтобы ведем также штукатурные работы на одной секции А и Б. Идем на А, уже заканчиваем, перешли на 9 этаж, на В перешли, на Б перешли уже на 3 этаж. И малярные работы же самое ведутся в полной силе. Отопление включено. Вы уже пустили отопление по временной схеме или нет? Мы пустили на блоксекции А и на Б, мы уже пустили отопление, там уже прогрето. А на В когда у нас концентрируется? На В у нас планируется через 2 недели пуск то же самое тепла, блоксекции В. Когда будет закрыт техэтаж? Мы же понимаем, что техэтаж был закрыт, что можно было начать уже какие-то отделочные работы начисто в тех блоксекциях, где произведена штукатура, малярная работа, это блоксекция А, чтобы уже формировать такой, облик комнат, квартир, которые будут заселяться люди. Вот когда вопросы с техэтажами будут закрыты, соответственно, и завершится, вступите в кровь. Мы завершим эту неделю, у нас получается техэтаж в секции А и в секции Б. Через 2 недели нам срока, и мы приступаем к кровле. Ну, приступаем то же самое кровлей, будем заниматься кровлей, чтобы нам уже закрытие, уже чтобы полноценно заниматься в верхнем этаже. Ну, то есть таким уже отделочным ремонтом? Да. Какие-то вопросы по... Когда мы выйдем на 10 этаж по 4-й блоксекции, А, Б, В, Г, по Г? По Г мы планируем выйти до конца месяца. До конца марта мы выйдем, не то, что планируем с графиком, мы выйдем на 10 этаж, если вот... С перекрытием? С перекрытием, да. Выйдем на 10 этаж, будет секция, конечно.